Военно-патриотическая площадка дневного пребывания «Допризывник», которая далеко не первый год действует на базе Славянской автошколы ДСАФ, не нуждается в особой рекламе. Молодые люди там получают очень важные знания и навыки. Это им очень поможет в дальнейшей жизни. Летом очень хорошо можно подтянуть свои знания по военной подготовке, позаниматься военно-прикладными видами спорта, познакомиться со своими ровесниками, увлеченными единомышленниками. Отличная база ДСААФ, специально оборудованные классы, площадки, наглядные пособия помогают преподавателям успешно доносить до ребят важную и нужную информацию. Мы продолжаем добрую традицию занятия с ребятами, поэтому в этом году у нас в июне 2 смены будет, в июле 2 смены будет, и в августе планируется еще 5-я смена. Ребята, да, действительно, приходят сюда в добровольном порядке. Мы никого тут насильно не загоняем. Поэтому здесь собрались хорошие ребята, которые стараются узнать побольше об азах военной службы. Почему? Потому что у нас военно-патриотическая площадка, и мы здесь даем азы. Мы не говорим, что мы за неделю должны сделать солдатами, но азы огневой подготовки, азы, значит, строевой подготовки, азы, значит, по уставам вооруженных сил, ну, по военским предметам всем мы даем начальные знания. Ну, многие ребята уже в школе проходили курс ОБЖ, поэтому они кое-что знают. Старшеклассники на военно-патриотической площадке «Допризывник» в течение недели, пока длится их смена, занимаются физкультурой, учатся обращаться с оружием наступательным и оборонительным, закаляют характер и воспитывают командный дух. Да, здесь можно получить больше навыков, чем в интернете. Здесь все доходчиво могут объяснить и показать. Можно получить здесь различные навыки строевой подготовки, сборки, разборки различного оружия, разные сведения о военной истории России. Практически каждый юноша в душе будущий защитник Отечества, и такие знания, как армейские звания, рода и виды войск, их особенности, для них интересная и полезная информация. И, конечно, когда дело доходит до практической части разборки, сборки автомата, желающих попробовать себя в этом деле много. Ребятам просто нравится здесь. С раннего детства меня привлекали всякие интересные военные машины, оружие, автоматы. И именно поэтому я пришел в это учреждение, где могут доступно, понятно и находчиво объяснить все и рассказать до каждой мелочи. Для записавшихся на площадку подготовлена интересная программа. Одно из мероприятий – экскурсия на территорию воинской части, расположенной в Славянске на Кубани. Здесь ребят познакомили с боевой историей части, с теми, кем гордятся славянские ремонтники. Кроме того, подробно рассказали будущим воинам и о военной технике, расположенной на территории. Близкое знакомство с армейской жизнью стало для старшеклассников очень полезным. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».